Тем временем жители северной части сектора Газа не получают гуманитарную помощь более 40 дней, сообщили в ООН. По данным организации, армия обороны Израиля блокирует въезд в северную часть анклава, что лишает доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам. Около 75 тысяч человек в городах Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Джабалия ранее в ООН предупреждали о высокой вероятности голода в этих районах. Между тем, ночью в городе Бейт-Лахии произошла массированная атака. Погибли по меньшей мере 66 человек. Бомбардировкам подверглись несколько домов, в которых находились беженцы. В армии Израиля утверждают, что эти здания использовались боевиками Хамас для планирования атак, укрытия и содержания заложников.